Сегодня 17 марта 2019 года. Я только что вышел из собора. Это кафедральный Казанский собор в городе Чите, где состоялась торжественная литургия и праздничный молебен в честь сегодняшнего праздника. Сегодня праздник торжества православия. Много интересного я сегодня увидел, нового. Допустим, возглас выходит митрополит на амвон и восклицает: «Христос посреди нас!» И все прихожане отвечают: «Есть и будет!» Вот так проходит трижды, а потом митрополит говорит: «А теперь христосуйтесь друг с другом!» Вот. И люди рядом стоящие обнимаются и христосуются, то есть целуются. Вот. Ну и памятник, который открыт был без меня, это меня здесь уже не было в Чите, и вот сейчас я покажу этот памятник святому благоверному князю Александру Невскому, покровителю Забайкалья. Он еще и мой небесный покровитель. Ну а напротив собора находится вокзал, куда я, собственно, и приехал. И сейчас я пойду в микрорайон, первый микрорайон, и на большой остров. Мне там нужно по делам.